Ну все, Мазду я запустил. Я же из Сочи, вот, приехал в Москву. Тут снега, блин, больше колена. Но главное, что крыша открыта. Кабрик. Все работает, все офигенно. Залил бензину, запустил. Вообще кайф. Вот. Из-за того, что бампер снятый, и здесь датчика нету, или он не подключен, скорее всего, просто разбит. Помощь при перестроении не работает. Так все работает. Офигенная тачка. Забирайте, пока вот как она есть. 3 миллиона рублей, предложение актуально. Ну, хотелось бы до сегодняшнего вечера, но я думаю, завтра еще тоже будет актуально. Allow me to demonstrate the skill. The special technique. Так, а в багажнике у нас есть коврики, есть книжка, всяких куча разных бумажек, и даже есть оригинальный насос, что радует. Вот. Да. Тут еще что-то. Кто по-английски шарит, скажите, что это какой-то брелок. Как будто сигнализация какая-то. Потом будем разбираться. Вот, в целом больше ничего нет в багажнике. Так, что мы имеем по повреждениям? У нас вот чуть-чуть замято вот здесь. У нас замято крыло. Крыло это железо. Замято крыло вот здесь. Все это делается. Порог, бампер. Все это также присутствует. Вот с правой стороны катафот нижний есть. Слева он у нас в этом салоне. Также парктроники, датчики, подсветка номера. Это все тоже присутствует. Вот. Бампер, кстати, тоже красится, восстанавливается. Он комплектный, целый. То есть бампер покрасить, вот здесь крыло, фонари на место установить, они целые. И все, и тачка готова на механике. ГР-86 выглядит вот так. Вся разбитая, перевернутая. Вот здесь вмятина. Сзади тоже вмятина. Кстати, крышка багажника целая. И заднее стекло тоже целое. Правда, тут лед. Вот. В целом, как бы ремонта не очень много. Для тех, кто хочет под кольцо, вообще самая нормальная тема, она на механике, 2.4 мотор. Вот. Пока цена 2 миллиона рублей, вот прям тоже в ближайшее время, если кто заберет. Вот. Если никто не заберет, то буду делать из нее проект. Солонина, вот такая механика. Вот, пожалуй, оставим ее пока так.